Приветствую вас, друзья, на канале Батлун Фишинг. Сегодня мы с Лемешом приехали на рыбалочку. Время уже 12, начало первого. Сегодня мы поздно. И рыбачить сегодня будем. Вот тут река. Вот хоть впадает в реку Большой Атлым. Вот тут будем рыбачить. Потому что там, где рыбачил в прошлый раз, там занято. Жерлицы поставили. Вон мужики приехали. Поэтому сегодня будем рыбачить здесь. В общем, посмотрим, что у нас получится. Лемеш у меня выдалбливает лунки себе, чтобы рыбачить на удочке. А я пока пробурю луночки под жерлицы, поставлю. И пока племяш у меня будет пробовать ловить щуку, я попробую на мормышку ловить окуня. В общем, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Погнали! Сегодня 16 января. На улице у нас тепло, градусов 10, наверное. Ветра нету, тихо, хорошо. Поэтому попробую сейчас на мормышечку порыбачить. Такая простая. Простая мормышечка. Белая. Вот, насадим сейчас червячка и попробуем. Посмотрим, что у нас из этого будет. Вот такой вот, друзья, кусочек попался на мормышку, на червя. Красота. Далее. И побежал. Ярик, отойди. Проголодался Митя. Кушай, кушай. Уть есть. На лимчик за хвост поймал. Вот он, красавчик. Вот он такой, налимчик. Сейчас посмотрим, что у нас. Ну, пока не крутит. Нет, крутит. Крутит потихонечку. О, закрутило. We'll be right back.
Вот, одна и та же жерлица. Уже вторая сработка и вторая же результативная. Что там? 8 килограмм. Хороша. Красавица. На 8 килограмм. На, держу. Вот. У нас очередная сработка. Крутит. Крутит. Хорошо крутит. Прямо убегает. Все, давай, Ярослав, подсекай. Прям бери, резко дергай. И пошел. Тянуть. Есть? Есть. А? Есть. Молодец. Так, вот так вот сделал. Потаскивай, потаскивай. Потаскивай, потаскивай. Штук тебе. Вот такая небольшенькая, но все равно Ярослав сегодня без улова не остался. И я тебя поздравляю. О, еще один маленький налимчик. Поймался. Этот, как и положено, клюнул. Все, выплюнул. Федя разошелся. Окуней дергай под вечер. Что там у тебя, цикада? Да. Запишка ее. Вот такая вот цикадка. Цветная 7 граммов. Вот таких вот на кушочков дергает под вечер. Ладно, мы уже с племешом собираемся домой. Нарыбачились уже. Хватит, время уже поздно. Время уже 4. Уже начинает темнеть. А нам еще баньку топить завтра, племеша. Везу домой. Уезжаю в Ханты-Мансийск. Вот наш сегодняшний улов. 3 щучки. Одна из которых на 8 килограммов. Хорошая такая. 2 налимчика. И одного окунька. Первого поймал. Окунька я скормил вот этому другу. Слопал его. Вот. Собираемся домой. Поедем. Ладно, ребята, до скорых встреч. Спасибо за внимание. Ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Пока.